Хоп, здорово, ребята. Впервые в GTA я решился на соревновательный режим. Можно сказать, киберспорт. Умея только ездить на четырех колесах и перезаряжаться, я пустился в бой. В бой против другой банды. Что из этого вышло? Погнали. Ну грузись, шляпы садовника. Бывает, мы собирались бандой в этом соревновательном режиме команды уцелевших. Это можно сравнить с КС. Когда ты всю жизнь катал потно на пабликах и там тащил, а тут решил зайти в соревновательный режим и сглотнуть. Да именно сглотнуть. Потому что противники оказались настолько жесткими, что ты даже не ожидал этого. С какого раза у вас получалось запрыгнуть на площадку РПГ? С третьего или с десятого? У этих ребят получилось это сделать с первого раза. И у всех разом. Они тупо залетели как чайки и склевали всех. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто наблюдаешь за тем, как к тебе крадется пиздец, и причем не очень-то и медленно. В общем, включаю вам быструю перемоточку. Наслаждайтесь моей смертью. Где вы это еще увидите? Алла любит чай Акбар. We'll be right back.
Мы честно сражались и пытались выжить, но у нас не получилось. Всем бабах, тетя Али, чай Акбар.